Всем добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, и вы находитесь на моем канале о рукоделии. Сегодня у нас с вами будет видеообзор, и обзор этот будет на пряжу. Обозревать мы с вами будем пряжу под названием «Лючия» от фирмы Camtex. У меня есть два цвета, оба в зеленых оттенках, и сегодня мы с вами как раз-таки будем рассматривать все возможные варианты вязания из этой пряжи. Что можно связать, как, на каких спицах, что нам рекомендует производитель. Итак, давайте рассмотрим поподробнее. Этикеточка выглядит вот так. Пряжа для ручного вязания 160 метров 50 граммах, 96% вискоза эвкалипт, 4% нейлон. В данном случае цвет лючия салатовый, номер 26. И очень красивый, не передающийся цвет на камеру. Так. И цвет номер 41 изумрудный. Он вот поистине изумрудный. У вас он темно-зеленый, а на самом деле он такой прям вот классический изумрудный цвет. Очень красивый. Но такой тяжелый достаточно цвет, поэтому мне захотелось на лето что-то вот такого яркого. И я выбрала салатовый оттенок. Так, значит, мы с вами рассмотрели состав. Дальше идем по рекомендациям. Крючок здесь от 2 до 3,5, так же как и спицы от 2 до 3,5. Я, конечно же, связала образец, и сейчас мы с вами его рассмотрим. Образец я пока не стирала, мы вместе с вами произведем ВТУ. Итак, что у нас здесь? Смотрите, такое получилось тягучее полотно. Оно на самом деле такое. А теперь смотрите спицы. Здесь спицы 2,5. И это достаточно плотное, пружинистое полотно. Я бы сказала, что это джемперок на демисезон. Потому что вот по тактильным ощущениям он такой плотный, прям вот ровненький, плотный. И смотрите, как хорошо держит резинку. Дальше я вязала уже на спицах номер 3. И здесь полотно более рыхлое, более податливое, более интересное. Здесь может быть на достаточно такое не жаркое, отнюдь не жаркое, но все же лето, да, джемперок. Но все равно смотрите, как сильно пружинит эта пряжа. Я думаю, что с ней ничего не случится, но единственное, что я бы вязала изделие чуть подлиннее для того, чтобы, ну, если и даст усадку, да, то не перевязывать. Ну, а на самом деле полотно просто потрясающее. Я давненько не видела и не вязала ничего из такой пряжи, посмотрите. Хоп, и оно возвращается на место. То есть резиночки держит, а раны, косы, ажуры тоже будут смотреться, мне кажется, неплохо в этом полотне. Но мы с вами еще постираем образец, посмотрим. Но здесь даже особо выравниваться нечему. Единственное, что где-то вот здесь я допустила немножко огрех при вязании. Но, на мой взгляд, очень даже хорошо. И еще я решила поэкспериментировать. Я тут недавно показывала в своем влоге о том, что у меня теперь есть вот такой недорогой тунисский крючок. Я, ну, люблю, да, брать в руки новый инструмент, пробовать его и понимать, нужно мне это или не нужно. Вязать интересно на самом деле. Если вы крючковяз, то вам будет интересно попробовать вязание тунисским крючком. Мне, знаете, это что-то между спицами, и в то же самое время ты понимаешь, что это крючок. Что-то среднее, но интересное. Но не мой вариант, не в этой пряже. Видите, здесь получается очень плотное полотно. Это прям какая-то юбка может быть. Я даже не стала вязать большой образец. Я его сейчас просто распущу. Даже стирать его не буду. Ну, просто решила показать вам, что же у меня получилось по итогу. Ну, такое не особо тянучее полотно. И очень-очень плотно получается, конечно. Вот, не лето вязать, скорее всего, действительно, тунисским крючком стоит вязать какие-то жакеты, может быть, юбки, но никак не простые тонкие летние изделия, потому что, смотрите, имеет свою толщину. Это просто показало вам, что действительно, ну вот, связала образец, он мне не понравился в тунисском крючке. Я, конечно же, буду вязать спицами это изделие. До конца я его еще не продумала, но уже есть образец, а это значит, что уже есть начало работы. Так, сейчас мы с вами отправляемся стирать.
А стирать я буду, как всегда, своим любимым мылом, эко-пятновыводитель. Оставлю вам ссылочку в этом видеоролике на магазин, в котором представлено было это мыло. Вы знаете, самое интересное, что не обязательно совсем, да, такие составы стирать таким мылом, но я уже привыкла. Все, что касается рукоделия, своего вязания, стирать этим мылом, это первое. А второе, ну, потрясающий на самом деле эффект от этого мыла. Мы ходили с мужем на мероприятие, и муж посадил пятно на светлые брюки, но жирное пятно отстиралось идеально, просто с первого раза, с первого захода. Поэтому я вот от души рекомендую, кому интересно. А мы же с вами отправляемся стирать образец. Образец высох полностью, он остался таким же пластичным, ничего с ним не случилось. Он не вытянулся, не растянулся ни в высоту, ни в ширину, никаким образом. Но пока я вязала этот образец, я же показывала эту пряжу у себя на каналах, на канале, и мне несколько зрителей написали о том, что изделия из этой пряжи, они немножко под собственным весом потом вытягиваются в силу состава. Но по практике своей могу сказать, я, конечно, из такой пряжи еще не вязала, но если вязать по спице ровно, выбрать хороший инструмент, хорошие спицы, то полотно мало деформируется. В очень редких случаях оно вытягивается или расширяется и как-то ведет себя неправильно. А в данном случае я пока не знаю. Конечно же, покажет только практика исключительно. И я собираюсь вязать плечевое изделие. Оно будет у меня, впервые мне захотелось применить узор, в котором будет основная часть вязаться изнаночной гладью, потому что смотрите, как хорошо у меня получилась здесь изнаночная гладь. Рядность, конечно, будет присутствовать в любом случае. Видите, если я издалека посмотрю, рядность все-таки она есть, да, в таком мутном варианте. Но, тем не менее, это лучшая пряжа, которую я нашла именно для вязания по изнанке. Вот, и посмотрим, что у меня получится и когда это сложится. Но, по крайней мере, у меня есть такая думка-задумка, и это будет новый проект. Вот, обязательно будет, потому что и цвет мне очень нравится в этом сезоне, такой салатовый, красивый. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик уведомления о выходе моих новых видеороликов и обязательно увидите этот процесс этим летом. Вот, я же вам желаю всего самого хорошего, а также напоминаю, что в инфобоксе будет ссылочка на магазин, в котором я приобретала эту пряжу. Также будет 5% скидка по промокоду Ольга в этом магазине. Пользуйтесь, если хотите заказать не только такую пряжу, а любую пряжу из ассортимента этого магазина. Вот. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока. Встретимся с вами в новых видеороликах.